Привет, с вами Оксана. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня с сыном получили посылочку. Он заказывал вот такой вот рюкзачок. Решили вам показать его. Может быть, кого-то заинтересует и кому-то тоже захочется такой заказать. Рюкзак называется Свизгер. Номер модельки у нас 8810. Моделей много. По желаниям, потребностям, в общем. Какой кому нравится, такой может себе и выбрать. Разные цвета, разные модельки, все интересные. У нас вот этот, если не ошибаюсь. И давайте посмотрим, что за рюкзачок. Рюкзак. Размеры рюкзака 45 на 33, я так понимаю, да, и 23. Достаточно вместительный такой рюкзачок, симпатичный. Объем рюкзака 29 литров. Подходит для всех ноутбуков с размерами диагонали до 17 дюймов. Ортопедическая спинка у него. Покажи нам, сыночек. Сынок пока называет, помогает мне. Вот такая ортопедическая у него спинка с массажером. Спинка 3D с массажером для циркуляции воздуха. Комфорт и здоровье. Дальше. Специальный карман для MP3 плеера у этого рюкзачка. Очень симпатичный рюкзачок. Вот специальный у него кармашек. Клапан для перевода наушника в внешней части рюкзачка. Угу. И вот переводите сюда, чтобы вам не мешался этот провод. То есть, если вот воткнуть и слушайте. Давайте затестим. Угу. Дальше. Сейчас сын вам покажет. Сначала так сделаем. Сначала, как положено, рюкзак мы проверили. Входит, на все, легко. Да, все вставляется аккуратненько в телефон. Я включу музыку. Включается. Извиняюсь, у нас там собачки, звезды. Без них ни одно кино не обходится. Им нужно обязательно тоже быть. Вот так вот вставляется. И все играет. Она выключает, потому что выключается. Иначе нам ролик не пропустят. Дальше. Есть у рюкзачка два боковых кармана на молнии с быстрым доступом. Так, два боковых кармашка. Вот они, два боковые на молнии. Удобные кармашки. Вместительные с одной и с другой стороны. И два боковых кармашка сеточки. Вот такие они. Положить какие-то очки. Еще что-то с той стороны. Второй сеточка для бутылочки. Здесь даже прям, вот видите, обозначили. Прорезиненный такой ярлычочек. Так, дальше. Внешний отсек для хранения аксессуаров. Телефонов, ключей, ручек, записных книжечек. Это вот у нас вот этот вот. Видите, вот мелочь какую-то, ключи. Сюда склад достаточно, вот он большой карман. Здесь вот можно телефон положить, вот кармашек для ручек. Видите, кармашки, какие-то мелочи и какие-то документы. То есть, если вы в поездку ездите, то очень даже удобный карман. Дальше. Усиленная ручка для переноски у этого рюкзачка. Усилена стальным тросом. Так, сейчас попробуем навестись. Также сверху одет вот такой вот чехол. Прорезиненный, наверное, да? Что-то да, такое, это резина. Не резина. То есть вам не больно, ничего не давит, если полный рюкзак. Все качественно сделано. Вот видите. Здесь еще так провели. В общем, все аккуратненько, нигде ничего не цепляет. Все красиво. Дальше. Что у нас дальше? Отделение для ноутбука имеет специальную защиту, уплотненную стеночку. Ну, то есть, как и во всех компьютерных сумочках. Здесь вот липучка, чтобы ее держать. И вот здесь как пропорованная такая вот стенка. То есть, чтобы ноутбук вас не бился, ни об что не повредит. Два больших отделения у него. У рюкзачка, где у нас? Вот они. Отдельные два больших отделения, то есть уже можно сюда какие-то вещи положить, книги, ну, в зависимости от того, как вы его используете, для каких нужд. Так, и
Отделение вмещает много вещей. Так, отделение на шлейки для телефона и очков. В общем, мы пока не разобрались, на какой именно шлейке это отделение. Будем искать, девчонки. Пока не разобрались, карманов в нем настолько много, что, честно говоря, мы пока не поняли, где, что и для чего. На какой шлейке. Может, в дальнейшем разберемся. Может быть, да, потом разберемся. Может быть, вот тут всякие прибамбасики к нему. В общем, надо еще разбираться. Так. Водоотталкивающий материал у этого рюкзака. Он действительно такой плотный, но в то же время не жесткий. Не могу сказать, что он прям жесткий, неприятный. Нет, он плотная ткань, приятная трогать на ощупь. Аккуратненько все прошито. Вот все замочки, посмотрите, даже все аккуратно, красиво, с каждой стороны. Ничего не поцарапали. Дальше. Прочный материал на дне у него. И сделано из материала высокого качества. Прочный нейлон это у нас. И вес у него 1,1. То есть килограмм 100. Сам весит этот рюкзачок. На дне у этого рюкзачка есть еще один кармашек потайной. Сейчас мы вам покажем. Вот он. И в этом кармашке лежит чехол для рюкзачка. Вот такой красивый чехол. Красно-черный такой, не знаю, что тут нарисовано, как-то вот такими. Этот чехол, как правильно сказать, процеллофанина, не знаю, что это. В общем, водонепроницаемый. Если на улице сильный дождь или мокрый снег, вы можете одеть на рюкзак. То есть он и так не должен промокать, но если уж проливной дождь или что-то серьезное, вы одеваете чехол и не намокнет. Плюс это идет как вот если в аэропорту, я так думаю, в дороге где-то уже на ЖД вокзалах, будет вам как дополнительная защита рюкзака. Чехольчик. К тому же у рюкзачка есть еще на самих собачках замках. Есть, сейчас вам Женя покажет, покажи, сыночек. Есть на этих собачках, вот в отделении, где лежит ноутбук, вот такие вот, видите, для замочка. То есть вы можете сами собачки еще повесить замок. То есть и у вас будет уже более защищен ноутбук. То есть меньше шансов, что его откроют, украдут. В общем, вы сюда можете положить какие-то деньги, ноутбук, еще что-то. То есть дополнительная защита. Замок в комплект не входил, к сожалению. Это не проблема, ну, конечно, могли бы уже и положить замочек. Ну, должны были. Да, должны были, почему-то нет, будем звонить, узнавать. Может быть, где-то еще не нашли, карманов в нем так много, что пока что, может, где-то что-то еще и не нашли. Сейчас будем искать, открывать. Вот такой вот в целом красивый, интересный рюкзак. Обошелся он нам по акции 1999 рублей. Сейчас на него на сайте хорошая скидка. И если кому-то интересно, пишите, я с удовольствием дам вам ссылочку. Вот, в принципе, если что есть, вот еще, я так думаю, это ссылка, наверное, вот его номер. Проходите, смотрите, очень качественный, хороший, интересный рюкзак. Все, вот такой у нас был сегодня, вот такая покупочка. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, кому понравилось, ставьте лайки. Задавайте вопросы, мы с удовольствием на них постараемся всем ответить. Всем спасибо и пока-пока!